Итак, что это за джип и будет ли он сидеть? Нет, сидеть он не будет. Мы его вам показываем во вполне обычных условиях, с которыми справится и ВАЗ-2101. Ну а для того, чтобы посидеть, есть у меня и такой вариант. Нужна машина с приводом на все три колеса, с жестким приводом и, естественно, длинный трос. И так, чтобы эта тачка стояла на асфальте, а иначе сиделась бы F7. Кстати, фраера, которые не поняли, зырьте на картинку с количеством сюжетов. Сидели здесь все. Что касаемо пепелаца. Шикарную Ниву взял GM и масенечко подправил фасеи внутри. Получился более или менее цивил. Хотя я бы оставил замечательные фары и вся внутри. И удлинил бы ее, и поставил бы на газ, и катался с электроподруливанием руля. Да и проехал бы там, где катаются здесь. Ну а так машина-то почти на марк стала. В мульцевом корпусе в какашке не сунешься. Ляпота из породы «все пляжи наши». Хотя там для пляжей выбирают машину на раме с 4 литрами под капотом. И это не то что пляж. Там на этом гипервнедорожнике выкачивается все. И в оконцовочке. Там всю машину в немного юзанном состоянии можно купить за сумму от 5 до 10 бакинских. Что в 2 раза дешевле новой Нивы. Ну а если вы хотите C-штуку закачать, то собственно еще 10 и сори, нету рамы.